наесться вдоволь блинов, потанцевать, повеселиться и попрощаться с зимой, сжигая ее чучело. Так завершится эта неделя, масленичная. Сегодня в мэрии в управлении культуры сообщили, что народные гуляния в субботу, 12 марта, в набережных Челнах будут организованы сразу в двух местах. В 11 часов праздничные мероприятия начнутся на площади Азатлык и одновременно в парке культуры и отдыха поселка ГЭС. И в той, и в другой определенной точке города состоятся, ну, во-первых, различные забавные конкурсы, игры, которые подготовили организаторы. Это будут и театрализованные представления, и концертные выступления наших артистов и творческих коллективов. Ждут всех подарки. На месте гуляний как в старой, так и в новой частях города будут работать торговые ряды. Каждый, правда, за определенную плату сможет полакомиться блинами с различными начинками. Кульминацией праздника по традиции станет сжигание чучела с зимы. На обеих площадках этот обряд планируют начать в 12:30.